Дисклеймер. Привет. Я третий, я продолжаю проходить Данганронпа. Постановился я прям как раз перед классным судом, когда мы будем сейчас расследовать убийство Сакуры. Как нас мало вообще осталось. Так, Монокума сделал свое объявление, и все начали собираться один за другим. И затем... Абсолютный боец! Тайна убийца в запертой комнате! Что за... Я просто недавно обнаружил силу смайликов. Как бы, если что-то событие ужасное, то стоит только представить к нему улыбающееся лицо, и оно кажется положительным. Например, я нашел трупы на пикнике. И ржет. Я понял, то есть он теперь будет бесполезные смайлики вставлять. Да, но зачем он это говорит? То есть он осознает, получается, что он в игре. Раз он говорит, что печатает текст. Это просто жутко. А как насчет обратного? И если к чему-то очень классному представить грустное лицо, то событие станет супер негативным. Например, у тебя 100 друзей. Он прав, от этого все действительно стало грустнее. А теперь, пожалуйста, зайдите в лифт. Увидимся внизу. Он теперь будет заколебывать с этими смайликами. Что это была за чертовщина? Я не понимаю. Я не понимаю вас. Как вы можете вести себя так непринужденно после убийства человека? Я не думаю, что веду себя непринужденно. Это, то есть, я никого не убивал. Да, я совершенно невиновна. Как ты смеешь называть меня убийцей? Без разницы. В любом случае, правда скоро будет раскрыта. Потому что не может быть сомнений, один из вас виновник. Убийца, человек, убивший Сакуру. О нет, он сейчас опять начнет. Испытание силы, испытание веры, испытание разума, вот это вот все. Она была сильнее любого человека, которого я знаю, и все же кто-то убил ее. Аой, аой, я все-таки думаю, что это аой. И этот человек здесь? Этот человек один из нас? Зачем этот вопрос был? Давайте, пришло время положить этому конец. Я направился к лифту. Но с каждым сделанным шагом мне казалось, будто я все дальше и дальше отдаляюсь от своей цели. Я чувствовал пробирающий страх, струящийся сквозь меня, пытающийся заставить меня гнить изнутри. Сколько бы я ни проходил через это, мне никак не становится легче. Мы забрались в нашу стальную тюрьму в полной тишине. Мы наблюдали, как закрываются двери, и почувствовали, как он начал зловещий спуск. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, их шесть. После этого будет уже, скорее всего, или 5, или все еще 6. Потому что не отметаем пока версию с самоубийством. Хотя мне она уже меньше и меньше реалистичной кажется. Лифт опускался с теми же... Чего? А, лифт опускался с теми же очень знакомыми глухими звуками. Он опускался все ниже и ниже. И как всегда, неожиданно... Поездка закончилась. Двери снова открылись. Нет, как я ненавижу классные суды. Вот это управление, это кошмар. Вас всего 6, да? Серьезно? Вас так мало, вам должно быть одиноко. Так это ты говоришь, будто это не твоя вина, что остались только мы. Интересно, кончится ли классный суд снова одним выбывшим одноклассником, или ваша школьная жизнь подойдет к полному концу? Что ж, мы готовы начинать. Вы знаете, что делать. Найдите ваши назначенные места. Итак, заняв... Итак, занавес открылся в четвертый раз. Испытание осуждения, испытание обмана. Сука, он опять с этими испытаниями заколебал. Испытание обмана, испытание предательства, испытание загадки, испытание защиты, испытание веры, испытание классного суда. Сохранить? Да нет, я только начал. Да, это кошмар. Я не выдержу. Еще классных суда 2-3, я думаю, еще будет. И он опять эти испытания. Приступим к объяснению базовых правил классного суда. Итак, его исход решат ваши голоса. Если вы сможете вывести личность преступника, то только он будет наказан. Но если ошибетесь с выбором, то я накажу всех, кроме запятнанного. И того, кто обманул всех, сможет покинуть Академию. Итак, с чего бы начать? Мы не знаем, кто виноват. Ого! Дежавю? Человек, убивший Сакуру? Один из тех, кто ненавидел ее. Бьякё, Тока или Ясухира. Это был один из вас. Как глупо. Я с этим никак не связана. Да, я бы никогда никого не убил ни за что. Я хочу слушать ваше глупое оправдание. Ой, кажется, очень уверена в том, что один из этих... трех убийца. Все. Видишь, акцент сделали в этом классном суде на аой. Значит, это стопудово она убийца. Посмотри, смотри, 100%. Я тебе говорю. Вот посмотри, смотри.
Но у нее должна быть какая-то причина так считать. Стопудово она убийца, я уверен, прям на 100%. Видишь, на ней сделали сейчас акцент, как в предыдущем суде на Селестии сделали. Это был один из вас. Один из вас убил Сакуру. И почему же ты так считаешь? Потому что у вас всех был мотив. Вы все ее ненавидели. Это все? Тут даже обсуждать нечего. И только поэтому нас обвинять. Это низко. Ты должна так низко пасть. Все, я понял. Надо было на последнее желтое нажимать. Некоторая концентрация... Некоторая конкретная причина, по которой Аой подозревает именно этих троих, кажется, она об этом уже говорила. Да, потому что им еще записки пришли именно этим троим. Мы прометаем до этого момента, вот. Попал. Гений. Так, давай. Ну, из двух вариантов я просто не мог выбрать неправильный. Кроме этого, ты их подозреваешь, потому что Сакура хотела с ними встретиться, верно? Да, это было прямо перед ее смертью. Так что не может быть сомнений, один из них убил ее. Я не могу не согласиться с тобой. Это хороший повод для подозрений. Но тогда неужели это значит, что один из них убийца? Так только что же был дебат еще раз. Давайте. Мусор Ясухира. Сакура точно хотела встретиться с этими тремя. Как мне их не подозревать? Один из вас точно виновен. Не отрицаю, она хотела встретиться с нами, но я не ходил на встречу с ней. Я тоже не ходила. Да, я ее даже не видел. Не, я сомневаюсь. Блин, если это Ясухира, что ли, убийца, тогда получается Аой все это организовала, но я сомневаюсь. Если не ошибаюсь, вроде сказали, что это мужчина организовал все. Оп. Ясухира, помнишь, когда мы с тобой разговаривали, ты уронил небольшую бумажку? Она была бело-красный горошек. Это тут вообще при чем? Красный горошек? Это должна быть фантика конфеты, которую я дала Сакуре. Нет, это... Как только мы попали в суд, я забрала себе всю коробку этих конфет. Так что на складе не осталось ни одной. И в таком случае, Ясухира, откуда у тебя эта конфета? От Сакуры. Только так это можно объяснить. Нет, Аой, все. У меня был вариант, что это самоубийство, либо Аой. Самоубийство откидываем, это Аой. Это Аой. Аой, я уверен, смотри. На ней слишком большой акцент сделали. Ну как бы, да, конечно, она дала мне ее, но... Но это было очень давно, это ничего не имеет общего с тем, что с ней случилось. И когда? Когда она тебе его дала? Последний раз ты видел Сакуру, когда Аой пришло... пришлось идти в медкабинет, верно? Да, так что вот она вроде дала мне это еще до того. Но сказанное Ясухиро не может быть правдой, потому что Сакура могла получить конфету только после инцидента в медкабинете. И причина, по которой я знаю это, Сакура бы не стала делиться, когда Сакура получила конфету, Ясухиро получил конфету от Аой. Да, я тоже думаю, что от Аой получился. Ну давай на всякий случай второй выберем. Оп, угадал. Ну, я не знаю, Ясухира. Аой не давала Сакуре конфету до встречи в медкабинете. А раз так, то ты никак не мог получить ту конфету. Черт побери! То есть, я имею в виду... Ну и что? Да, я встречался с ней в кабинете отдыха. И что тут такого? Что? Внезапная враждебность? Но это просто разговоры и все. Я ничего не делал, прошу, поверьте мне. Ты ведешь себя невероятно подозрительно. Это ты тут подозрительно. И еще больше враждебности. Я не просто так враждебен именно к тебе. Ты настоящий убийца, у меня даже есть доказательства есть. А? Доказательства? О чем это ты? Я говорю о десертном послании. И что это за десертное послание? На месте преступления Сакура написала только в собственной крови, верно? Это было ее предсмертное послание, прямо как тогда с Саякой. Правда, я сама ее видела. Видите, видите, только убийца. А о чем ты? Ни за что я не убивала ее. Ты просто не... Нет, ща. Ты просто не знаешь, когда пора сдаваться, да? Ясухира, подожди. Когда ты успел увидеть предсмертное послание? Ну, когда мы нашли тело Огра, да? Ну, если ты помнишь, Аой держала вас подальше от места преступления. И мне очень сложно поверить, что ты мог тогда его хоть как-то увидеть. А? Подождите. Когда Кюкё нашла журнал с предсмертным посланием, он был... на журнал...
над журнальной, под журналь, на журнальной стойке, да? Да. Они меня еще решили предлогами попутать. Это ж предлоги на под предлоги. Кикё, ты нашла журнал в журнальной стойке, правильно? Неверно. Просматривая полки, я нашла журнал с предсмертным посланием в нем. Нашла его прямо там, на месте преступления, после того, как мы начали расследование. Если все так, тогда слова Ясухиро очень подозрительные, не так ли? Подозрительные? Что тут подозрительного? Ничего подозрительного. Это очень странно. Кикё нашла предсмертное послание во время расследования. В таком случае, это явно противоречит тому, что нам рассказал Ясухиро. Да ну, Ясухиро все-таки. Не-не-не. Ой. Я уверен. Предсмертное послание. Так. Я скажу вам, когда я нашел предсмертное послание. Когда нашли тело Огра. Я могу сказать, когда я нашла предсмертное послание. Сразу после начала расследования. Нашла журнал на журнальной стойке. И когда вытащила его, то увидела ее последние слова. Ну и что тогда не так? Ничего, вот что. Да, ну все равно Ясухиро, что ли? Он сказал, что увидел предсмертное послание, когда мы первый раз нашли тело. Но где был журнал? Так. Да ну, наврала Кикё в этот раз. Да ну, Кикё получается. Я так и думал, что Кикё, потому что смотри, она странно, что она сказала «на». Нет. В журнальной стойке тоже нет. Бля, серьезно что ли? Это надо промотать. Нашли тело Огра. Начало расследования. Журнальной стойке. Да ну опять этим зеленым заколебали уже, честно говоря. Да, это я понял. Кажется, догадался. А ну. Да. Че, хоть маленький ж падла намек, чтобы понять, когда зеленый надо использовать. Когда мы нашли тело Сакуры, тот журнал лежал на журнальной стойке. Как я нашла именно его именно там, причем только после начала расследования. А тебя не было на месте преступления, так что ты никак не мог его увидеть. Расскажи нам правду, Ясухиро, когда ты увидел послание? Подождите, вы не о том думаете, зачем вам знать, когда я его увидел? Все, что нужно сделать, это прочитать бессмертное издание, которое оставило Огр, и узнать, что убийца толком. Я даже не знаю, с чего бы начать. Он пытается всех нас запутать. Можем ли мы вообще быть уверены, что Сакура написала это послание? Да. Конечно, это точно она написала. 100%. Даже не сомневайтесь, это она его написала, я никогда не ошибаюсь. Даже не сомневайтесь? Но нет, слишком уж сомнительно, Сакура не могла написать этого послания. Потому что палец не был в крови. Да, это я тоже помню. Момент истины. Да ну. А, все, я вспомнил. Правой кнопкой мыши надо нажимать и левой потом. Все. То есть, все, я вспомнил, да. Оп. Правая кнопка мыши, чтобы выделить кружочек, и левой, чтобы взорвать. Все. А то я полностью забыл уже. Так, я не вижу, сколько у него там хп осталось. Просто не особо вижу. Что-то звук другой начался, слышишь? А, все, последний удар. Она точно это не написала, и я никогда не ошибаюсь. Да ну, Ясухиро? Да ну. Я совсем не уверен, что Сакура написала это предсмертное послание. Потому что, если посмотреть на него послание, точно было написано пальцем, но обе руки ее были совершенно чисты от крови. Тогда, если это сделал Ясухиро, и он не является этим всем организатором, тогда у меня есть другая теория. Смотри, сразу тогда еще круче для второй части. Если оказывается, что организатор не Ясухиро, но это по-любому мужчина, тогда получается, что организатор это этот... Ну, я уж точно, единственный мужчина остается этот Бьякуа, правильно?
И вот, тогда не будет драматической линии с Бьяко, а тогда окажется, что Бьяко это все организаторы, там что-то как-то раскрутят, но так, чтобы во второй части, я опять вот главный герой, я опять попаду на эту вторую часть, типа как победитель, я же сказал, уже говорил, моя теория, что там победители будут, но кроме этого, там же еще окажется и Бьяко. Понимаешь? Он такой, но в этот раз это не я точно, но как я? Это же не может быть, как? Я же первую организовал, как я попал во вторую? Это не я вообще, вот. И вот почему, наверное, он говорил столько раз, что он в любом случае будет победителем. Он не раз это заявлял. Догадался, наверное. Мозги. Так, обе руки были совершенно чисты от крови. Чего? Тогда кто его написал? Ясухиро вполне мог написать его сам. Это объясняет, откуда он вообще знал о нем. Да, все так и было. Он признался. Сука, такая идеальная версия обрушилась. Получается, Ясухиро пришел на встречу с Сакурой. Что там дальше могло быть? Увидел, что Сакура мертва, написал ее имя в журнале, чтобы отвести подозрение от себя, потому что он единственный, кто пришел вообще на встречу с Сакурой. Я так и думала. Но зачем ты написал такое? Потому что я ее убил. Ты признаешься, что убил ее? Пожалуйста, просто позвольте мне объяснить, что произошло. Я получил записку игры, поэтому направился в комнату отдыха прямо перед полуднем, как в ней и говорилось. Ты последовал записке? А вот же глупец. И когда я туда пришел... Прости, но ты не можешь подождать. Я кроме тебя попросил прийти на встречу еще пару человек. Ладно. Хочешь конфету? Выглядишь уставшим. О, конечно, спасибо. Это все, что она сказала. После этого мы просто стояли в неловкой тишине. Внезапно я услышал, как она что-то бормочет. Вот она. Сегодня я с этим покончу. Покончу совсем. Как только я это услышал, то сразу понял. Я понял, что она собирается убить меня. Я собрался убить меня и избежать. Так что я, конечно, испугался. И затем... Я увидел свой единственный шанс. Я схватил бутылку монокумы со шкафчика и ударил ее по голове. Я ударил ее сзади, чтобы она ничего не заметила. Затем она просто обмякла. После этого я не видел, чтобы она шевелилась. И тут я взял себя в руки и понял, что если ничего не сделаю, меня поймают и казнят. Поэтому я написал имя Тока Крови в журнале на столике и убежал. В журнале на столе? Это во-первых, чё это? А во-вторых, помнишь, стекла больше было? Да. Я поверить не могу, ты отвратителен. Надеюсь, ты помрешь. Ну, вот что произошло вперед. Пожарьте меня, сварите, делайте, что хотите. Мы не будем тебя жарить, не варить. Кась, убийство Сакуры ждет тебя за казнь. Ну что, голосуем? Убийца во всем сознался. Нет, я думаю, что на этом история Ясухиро не закончилась. О чем ты? Что еще могло произойти? В рассказе Ясухиро есть одна необъяснимая вещь. И пока мы не объясним эту вещь, мы не можем считать дело закрытым. Итак, какое действие Ясухиро не имеет смысла? Сделанное им после написания послания, это не имеет смысла. Почему он написал только, почему журнал был спрятан? Почему он не использовал палец Сакуры? А ведь правда, все с тобой сказано, оно не объясняет, почему журнал был спрятан, ведь так? К моменту, когда тело было обнаружено, журнал лежал на стойке. Затем, зачем тебе тратить время на написание послания, а затем засовывать его туда, где мы даже не сможем его найти? Я его не спрятал, я был уверен, просто что оставил его лежать на столе. Серьезно? Он лжет. И я не вижу никакой причины лгать, так как он уже признался в убийстве. Значит, он не лжет? Если предположить, что он говорит правду, то должно быть кто-то другой положил, нашел на стойку. Другими словами, в конце отдыха был, по крайней мере, еще один человек перед инцидентом и после него. Думаю, это разумное предположение. Тогда... Кто это был? И если этот человек спрятал журнал, ему должно быть не понравилось то, что в нем написано. Тот-то, кому не понравилось было написано, есть только один вариант. Тока. Она тоже пришла, что ли? Они все трое пришли, что ли, по очереди? Это была Тока, верно? Кто еще захочет прятать предсмертное послание, кроме того человека, чье имя в нем написано? Ты прав, Тока? Вы действительно ходила в комнату отдыха?
Зачем мне? Подожди, но ничего тут, какая разница? Мы же знаем, кто это сделал, ведь так? Я Сухиро только что признал это. Это правда, я убил ее. Нет, это был не ты. Кто тебя спрашивает? Я здесь сомневаюсь, что Ясухиро ударил Сакуру бутылкой, но на этом дело не заканчивается. Что ты имеешь в виду? Он имеет в виду, Ясухиро не убийца. А вы серьезно? Это просто... поверить не могу. Ясухиро, расскажи нам еще раз, что произошло. Если мы пройдемся по этому еще раз, то нам станет ясно, что он не убийца Сакуры. Но что вы хотите, чтобы я сделал? Просто еще раз расскажи нам, что произошло, когда ты напал на Сакуру. Не очень понимаю, зачем, но хорошо. Мы еще не достигли конца дела, и Сухиро не настоящий убийца. И должны доказать это. А? Ой. Твою мать, показания Кёкё, тело Сакуры, ботинок Сакуры. Нет, ботинок рана, подожди, в смысле? Тело Сакуры, показания Кёкё, давай. Я не хотел, я сам сделал это. Я схватил бутылку Монокумы, состоящую рядом шкафчика. И я ударил Огра сзади, прежде чем она смогла сделать что-нибудь. Ты ударил ее сзади. И ты ударил один раз, это верно? Да, только один раз. После первого удара бутылка разбилась. И она обмякла. Видите, разве это не очевидно? Ясухиро действительно убийца? Чудовищных предположений даже нет. Ясухиро ударил Сакуру, это точно. Но на этом все не закончилось. Есть нечто, что доказывает это. Раны на ее голове. Да, наверное, сейчас, подожди, кажется, догадался. Нет, 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 я не хотел это взять. Давай это просто потратим специально зря. Тело Сакуру вот только не один... В смысле? Что не так, я что сказал? Тогда у меня нет вариантов, что это было. Тело Сакуры, тело ботинок, показания Кёкё. Может, показания... А что это за пробел был? А, это замедляет, наверное. А ну-ка, давай еще раз. Показания Кёкё. Может, показания Кёкё против... Да, все. Хорошо. Если Сакура умерла от одного удара Ясухиро, это не объясняет, почему ее две раны на голове. А, две? Да, у нее были две разные раны на голове. У этой девушки осматривание трупа, видимо, хобби. Лично я склонен верить ей. Но я ударил только один раз. Как у нее может быть две раны? Две раны? Две раны означает, что ее ударили дважды. Кроме того, обе атаки, похоже, совершены бутылками Монокумы. Подожди, как ты смогла узнать только о каких-то порезах на голове? Она была атакована дважды двумя бутылками Монокумы? Это не только из-за ран на ее голове. Это также из-за самих бутылок Монокумы. Да, не хватает одной, я же говорил это. Но в этих бутылках есть кое-что подозрительное. Как только ты поймешь этот момент, то поймешь, почему были использованы две разные бутылки Монокумы. Помни, после инцидента на шкафу осталось 4 бутылки Монокумы, верно? Мы нашли осколки бутылки на полу вместе с шахматной фигуркой, это было внутри. Это бутылка второй Ясухиро удар... Это была бутылка, которой Ясухиро ударил, правильно? Запомните, его было 4 целых бутылки и одна разбитая. Но изначально было 6 бутылок, значит одна пропала. Но как ты можешь быть уверена, что было 6 бутылок? Это легко. Если посмотреть на то, что бутылок общего, то всем станет ясно. Закономерность бутылки Монокуми, мне кажется, я понимаю это. Это должно быть эта вещь, которая внутри каждой бутылки держит фигурки Монокуми. Только какая-то шахматная фигурка, да? Твою мать, именно на этом моменте гамбит висельника. Пиздец, а я не знаю, какие... Шахматно... Ну давай ша... В смысле, шахмат... На... Я... Шахматная... Шахматная... фигура, наверное. Где у нас? Что такое, нету названия, что ли? О, подожди. Угадал. Фи. Г. Г-г-г. Есть У. Давайте. Фигу. Ага. Р.
А, все. Догадался, отлично. Хорошо, хоть не название. Ты меня понимаешь? Он сказал, что? Вроде, нет. А, точно, шахматная фигура. Внутри каждой бутылки фигурки Монакома держит разные шахматные фигуры. Король, ладья, слон, пешка. Я помню, что точно видел каждую из них. И фигурка, что была в разбитой бутылке, была... конь, если я правильно помню. Ну и какая разница? Видимо, ты не очень много знаешь о шахматах, да? Тогда я объясню. В шахматах есть 6 разных фигур. Король, перс, ладья, конь, слон и пешка. И на месте преступления целыми остались король, ладья, слон и пешка. Только эти 4. А на полу был конь. О, так ферзь пропал. Таким образом, у нас есть следы только 5 бутылок на месте преступления. В это время, как одна, судя по всему, пропала. А при чем тут вообще шахматы? Да, настоящие японцы играют в сёги. Да, погоди, нет. Я не это имела в виду. Итак, давайте скажем, что бутылка действительно исчезла. До сих пор нет доказательств того, что она как-то связана с этим делом. А та бутылка могла исчезнуть в любое время перед убийством. Нет. Что пропавшая бутылка была связана этим делом, это очевидно. Как это очевидно? Подумайте о том, в каком состоянии отсутствующая бутылка должна была быть. Может, вы тогда вы поймете. Так, тогда пропавшая бутылка, она была взволнована, она была разбита. Взволнована? Бутылка? Чё? Бутылка была разбита. Почему я так уверен? Потому что есть доказательства на месте преступления, что подтверждает это. Доказательства? Именно. Мы нашли доказательства, которые показывают, что на месте преступления было больше одной разбитой бутылки. Что это за доказательства? Разбитая бутылка была не одна доказательство этому. Мы с Кикё поняли это ранее. Да-да-да, осколки. Вес. Ага, вот. Вес, нашел. А ранее мы с Кикё провели небольшой эксперимент. Мы сравнили массы частей разбитой бутылки на месте преступления с одной из целых бутылок. И обнаружили, что части разбитой бутылки были тяжелее. И это все. Потому что разбитого стекла на самом деле было больше. Мы можем предполагать, что на самом деле на месте преступления были разбиты 2 бутылки. Но кто-то постарался убрать части одной бутылки вместо фигурки внутри. Но этот человек, должно быть, оставил слишком много осколков. Что вполне естественно, измерив правильное количество осколков, которые требовалось убрать, было бы затруднительно. Но зачем кто-то убрал осколки? Из-за того, что это было... Из-за того, что это бы раскрыло об этом тело. Дело. Запутался. Не может быть сомнений, что вторая пропавшая бутылка молоком имеет отношение к делу. Я, должно быть, использовал первый напавший на Сакуру второй. Угу. Бутылка, на которую убрали с места преступления, была использована во время второго нападения на Сакуру. Но это было очевидно. Ну, очевидно и то, что на этом пора заканчивать. На этом все. Вообще, любой комментарий поставь, подпишись на канал. Скоро увидимся.